Ухоженный двор с зеленой зоной и детской площадкой. Мечта любого жителя многоэтажки. Но пока одни ждут, когда их желание исполнит ЖЭО, другие берут и делают. Как в этом случае по бульвару Приберезинскому 24/2. Жильцы окрестных домов купили стройматериалы и создали игровой комплекс. Плечо подставили депутаты и администрация Первомайского района. Своим опытом активисты делятся с участниками семинара-практикума. Результат нашей работы получился очень плодотворным, красивым. Детям очень нравится здесь играть. Постоянно в теплые дни здесь масса мам с детьми. Хочется сказать спасибо от лица многих жителей этого района, администрации нашего города за активную поддержку. Детвора по достоинству оценила скалодром во дворе по проспекту Строителей 83. Здесь есть где разгуляться. Кругом турники, качели и горки. Игровой комплекс – инициатива самих жильцов. Собрались, выбрали проект и воплотили в жизнь. После остановки этой игровой площадки я обратился к представителю Совета депутатов Бауруйского Михаила Викторовича Желудова с просьбой оказать содействие в приобретении покрытие для площадки, чтобы детям было более комфортно. Были мне выделены средства ассоциации и было закуплено покрытие. Это, наверное, хороший пример государственно-частного партнерства. Семинар продолжается в администрации Первомайского района. В фокусе внимания взаимодействия служб ЖКХ и центров общественного самоуправления. Всего их 7. Занимаются вопросами благоустройства и озеленения дворов, социального обеспечения и поддержания правопорядка. Что-то решают сами на местах, а где-то обращаются к властям. Их главная опора – неравнодушные жители и особенно молодежь, которая активно включается в жизнь родного города. Действительно, когда население принимает активное участие в реализации той или иной инициативы, мы прекрасно понимаем, что и увеличивается сохранность дворовой территории, сохранность подъезда. И в данном случае это очень важно. Важно для всех нас, потому что мы понимаем, что это развитие, это процветание, это комфорт для наших жителей. В этом году в Бобруйске благоустроят 9 детских площадок. 2 из них установят до конца июня на Ульяновской 70А и Крылова 56. Принять участие в благом деле могут все желающие. И не только в этом. Впереди городской субботник. Наведение генеральной уборки после зимы – дело каждого. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск 360.